76 лет назад случился один из величайших дней в истории человечества. Фашизм был побежден. И решающую роль в этой победе сыграла наша страна, наш народ. Воевал и мой прадедушка. Он рисковал своей жизнью, чтобы у нас над головами было мирное небо. Победа досталась нам очень дорогой ценой. Мы не имеем права это забывать. Это наша история. Мы помним. Мы гордимся. С Днем Великой Победы!